Предупреждение, диагностика, лечение, реабилитация. Какая стадия самая сильная и эффективная в онкологии? Люди в белых халатах говорят единогласно. Профилактика. Потому реализуемый в Бресте проект «Предупреди болезнь, выбери жизнь» с каждым разом набирает все больше обороты. На этот раз врачи-онкологи приехали в Центральную городскую поликлинику. За 11 месяцев этого года по результатам проводимых на базе учреждения акций и скрининговых программ врачи выявили немало патологий. Пациенты были тут же направлены в онкодиспансер. Проведено обследование чуть больше, чем 1800 женщин. Из них у 10 выявлен рак молочной железы. Если мы возьмем скрининговые исследования у мужчин по поводу рака предстательной железы, то среди обследованных у нас 1012 человек, мужчин, да, выявлено 20 человек. Это с раком предстательной железы. То есть это практически 2%. Проверить здоровье у уролога, мамолога, эндокринолога, сделать УЗИ щитовидной железы. В день акции изъявили желание порядка сотни брещан. Как всегда, наиболее востребованным оказался прием у врача-мамолога. И неудивительно, рак молочной железы у женщин сегодня занимает лидирующие позиции. Более того, за последние годы заболевание значительно помолодело. Однозначно, конечно, нужно посещать мамолога, врача, регулярно посещать своего врача-гинеколога, проводить параллельные профилактические осмотры участковых терапевтов, заниматься своими вопросами по репродуктивной системе. Если у кого-то среди родственников по материнской линии молодых девушек, женщин, были злокачественное образование молочной железы и рака яичника, эти пациентки находятся в группе риска, соответственно, им более наиболее часто нужно обследоваться. Еще с десяток лет назад диагноз «рак» был приговором, который произносить было больно. Сегодня от онкозаболеваний излечиваются, а при грамотном поведении болезни вовсе можно предупредить. Достаточно соблюдать нехитрое правило – хотя бы раз в год посещать кабинеты врачей.